Привет, друзья! У меня смена локации. Я еще не до конца выздоровела. Голос еще до конца не появился. Вот. Ну, пришла в парк. 5 минут после работы посидеть на свежем воздухе. И очень хотелось мороженого, но мороженое мне нельзя, потому что голос еще не восстановился, и вот купила себе вот такую штучку. Вот. Пару глоточков, просто чтобы что-то выпить и что-то такое прохладное. Вот. И хотела вам кое-что показать. Буквально вчера, ну, мы там с мамой заезжали, заказывали стулья новые в этот самый в хозяйственный, в мебельный, и там зашли в хозяйственный, и я купила вот такие вот иголки. Это стоили, по-моему, 140 для кожи набор. Я считаю, что лучше взять большой набор, чем покупать 3 штуки. Там был набор из 3 штук за 86 рублей. Этот стоил 139 или 138. Вот. Так что имейте в виду, большой набор намного выгоднее и лучше, чем маленький. А еще хотела вам показать вот такую клевую штучку. Это самые, наверное, маленькие пяльцы, которые я в своей жизни видела. Я наконец-то их нашла. Они мне стоили, по-моему, 157 рублей или что-то в этом духе. Это тоже гамма, и это у нас 75 миллиметров в диаметре. Как вы знаете, я люблю все мелкое и занимаюсь миниатюрой, и когда есть время, пробую какие-то новые виды творчества. Вот, и очень хочется попробовать миниатюрную вышивку. Вот, может быть, как-нибудь вам покажу ее во влогах или где-то в чем-то. В общем, знаете, такие маленькие подушечки или для кукольных домиков, я имею в виду, или какие-то маленькие картины тоже для кукольных домиков. Или, например, шкатулки украшают такой маленькой вышивкой. Сейчас, момент. Итак, друзья, когда мимо никто не ходит, есть минутка побыть странной и поговорить с камерой. Поэтому ловим момент. В общем, вчера также в этом хозяйственном взяла вот такое средство для ухода за кутикулой. Точнее, не для ухода, а для удаления. Так, в общем, не знаю, слышали вы это или записалось это, вообще не знаю, как. Странно так это слышать, просто свое воспитание с возрастом меняется, и как там, ну, даже не то, что меняется, а иначе все воспринимаешь. В общем, как современная молодежь ругается матом. И это так легко у них происходит, и они даже не думают о том, что они говорят. Вот, в общем, там же в хозяйственном купил такое средство, думала, что оно стоит около 200 рублей, оказалось, что нет, оно довольно дешевое, где-то около 80 рублей, там плюс-минус, для удаления кутикулы. У меня вообще безумные проблемы все время с кутикулой, и вообще как-то, знаете, раньше не заморачивалась по поводу, ну, своих ногтей, как-то формы ногтей, ухоженности. Вот. А сейчас с годами стала об этом думать. Ну и потом, знаете, когда видео снимаешь, и в кадр попадают
а руки, и они такие у меня странные, то, ну, даже когда сама потом монтируешь видео, пересматриваешь, и очень неудобно как-то становится, неприлично с такими ногтями. Вот, и, в общем, вот такое средство. Можете почитать состав, какие-то такие моменты. И, в общем, фирму такую вижу впервые. Не знакома с ней. Если кто-то знаком, напишите. Вот. И хочу попробовать. Именно меня привлекло то, что это по уходу, вернее, даже не по уходу, а по удалению кутикулы. Потому что у меня с ней большие проблемы. Она просто наползает и наползает на палец, на ноготь, то есть. И ее вообще ничем оттуда не соскребешь. Вот, она сухая. И, в общем-то, ну, можно видеть. Вот. Извиняюсь за вот эту вот серость, но это просто ноготь такой. И, ну, да, неаккуратные ногти у меня. И, в общем-то, не особенно там красивая форма. Поэтому такая штука. Буду пробовать. И вроде там еще какое-то масло интересное в состав входит. Вот. Вот так вот. Посижу сейчас немножко и пойду домой. А то меня мама ждет в магазине. Уже звонила 2 раза. Друзья, привет. Вот, меня все время подписчики спрашивают, почему ты делаешь все сама, почему делаешь мужскую работу сама. У нас мастер работал, который дом красил, там обивал, и мы попросили его сделать. Нам нужно было вот от этой трубы, чтобы... То есть трубы, ну да, от этой трубы, чтобы вода текла в бочку, и из бочки... Не забирать ее там лейкой, а чтобы она отходила в компостную кучу. И, собственно, перед отъездом мы оставили ему вот такую схему с прошлых выходных. Оставили все фитинги, все, что нужно для этого дела. Все подписали, что, чего, куда делать. И приехали, а надели, значит, бочка. А вот этого уголка нету. Прямо отсюда торчит труба. Вот. И сейчас мы все раскрутили, чтобы переделать так, как нам нужно. И вы меня все время спрашиваете, почему мы все делаем сами. Вот именно поэтому. Потому что платишь людям за работу, а они ничего не делают. Вот, именно поэтому. Вот, и вот он наш домик. Слава богу, хоть дом покрасил. Без выпендрёжа. Золотистый дом. Ну, останется только вот эти вот всякие боковинки. И наличники, они будут шоколадные. Ну, такой не шоколадный, а полупрозрачный коричневый. Вот. Привет, народ. У нас уже вечер. Небо синее, темнеет. И... А я сейчас в дом отнести зарядку и этот самый телефон. А, как-то так одиноко. Сейчас в дом зайду. Алиски нет. Холодно на улице, вообще жутко. Алиски нету, мы из-за того, что
в субботу нам нужно было кучу этих самых объездить магазинов. И в воскресенье мы на выборы идем. Вот. И не по месту прописки. Что-то я торможу вообще. Без Алиски все не так. Вот. В общем, ой, сейчас. Вообще жуть. Ну вот. Что хотела сказать? Просто заложила опять нос. В общем, идем на выборы, и без Алиски приехали на дачу. Оставили ее дома, потому что мы, в принципе, в субботу, сегодня, то есть, уехали. Уже было к обеду дело, а завтра приедем рано. Вот, поэтому, в принципе, я решила ее оставить. И что-то сегодня приехали, и так одиноко на даче. Я вот не представляю, вот раньше я жила без кошки. Я сейчас один день, да, без нее. Вот по обстоятельствам не взяла ее с собой, и прям вот сама не своя, и голова болит, и как-то день не день, и работа не клеится, и вообще ничего не хочется делать, потому что кошки нет рядом. Вот, в общем, вот так вот обстоят дела. Вот, завтра воскресенье, сейчас как-то хочется побыстрее спать лечь, но еще много работы пока. Совсем не стемнело, надо костер развести. Вот так что. Хотя вам пожаловаться, как мне одиноко без Алиски. И вот раньше у меня не было кошки, я не представляю, как это так было без кошки. И вот сейчас, казалось бы, там два выходных без Алиски, без кошки, делай что хочешь, а ничего не хочется. Потому что как-то, ну, она всегда со мной рядом, мы всегда куда-то едем, и она всегда со мной. Вот, а сейчас без нее как-то, без кота и жизнь не та. Вот так вот.